Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG 86UR81006LA. В описании к видео мы оставили для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 85 дюймов, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct, матрица IPS, глубина цвета 10 бит, частота обновления 120 Гц. Телевизоры LG UHD превосходят все ваши ожидания. Наслаждайтесь живым изображением и реалистичной цветопередачей благодаря улучшенному разрешению за счет увеличенного количества пикселей в 4 раза по сравнению с Full HD. Процессор устраняет видеошум, создает более живые цвета и повышает контраст. Изображения с низким разрешением масштабируются и воспроизводятся с качеством близким к 4К. Он также знает, когда, где и как улучшить звук, создавая виртуальный объемный звук для более захватывающего и кинематографического впечатления. Телевизор LG UHD TV превращает контент 2К в максимально реалистичное изображение 4К, улучшая детализацию, четкость и цвет. Наслаждайтесь более четким текстом и изображениями с уменьшенным шумом и повышенным резкостью. Датчик освещенности измеряет окружающий свет, а затем процессор точно настраивает отображение тонов для достижения оптимальной яркости экрана. Интеллектуальное управление затемнением и алгоритм компенсации пикселей улучшают контраст для более темных изображений, а HDR-контент улучшается с помощью настроек яркости, которые превращают более темные сцены в сцены с потрясающим контрастом, детализацией и глубиной цвета. LG UHD станет украшением домашнего пространства. Эстетический дизайн тонкой панели и рамки прекрасно дополнит любой интерьер. Размеры телевизора 192,7 см в ширину, 110,4 см в высоту, толщина 5,99 см. Вес 45,2 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. Предусмотрено крепление веса 600 на 400. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 2 HDMI 2.0, 2 HDMI 2.1, 1 Optical Audio Out, 1 CI Plus 2.0. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Операционная система WebOS 23. Настоящий кинотеатр у вас дома. FilmMaker Mode и HDR обеспечивают потрясающий эффект погружения. Подключайтесь к любимым стриминговым платформам и смотрите любимые фильмы и сериалы. Доступ к Apple TV, Netflix и LG. Смотрите новинки кино, сериалы, документальные фильмы и спортивные соревнования. Все в одном месте. LG ThinQ создан для того, чтобы вы получали от телевизора максимум удовольствия. Вы можете выбрать любимую технологию голосового помощника и управлять телевизором голосом с помощью нового главного экрана, который обеспечивает еще большее удобство и контроль. Почувствуйте себя на стадионе. Технология Bluetooth Surround Ready дарит ощущение присутствия на трибуне. Простое подключение динамиков через Bluetooth для получения настоящего беспроводного объемного звука. Все действия звучат более насыщенно и реалистично, создавая атмосферу большой игры в вашей гостиной. Обучаясь более чем на 17 миллионах точек аудиоданных, процессор определяет голоса, эффекты и частоты, чтобы затем оптимизировать звук по жанрам для более полного погружения. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Черный цвет не черный. Теперь о положительных моментах. Качественная картинка. Красивый вид. Мощный звук. Легкий в настройке. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях. А чтобы поддержать канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!